«Не проходите мимо». Обычно такими словами принято на ярмарках зазывать покупателей. Но мимо этой, расположенной у кинотеатра «Искры» в Видном, точно не пройдешь. Преимуществ покупки именно на ярмарке масса. Это и качественные товары, и свежие продукты, но главный ее плюс в другом. Она находится в центре города. Здесь можно и по парку погулять, и ребенка развлечь, и заняться приятным шопингом. Еще одно важное конкурентное преимущество перед теми же магазинами. Здесь меньше вероятность купить некачественный товар, ведь продавцы строго следят за своей репутацией. СМС Беларуси работают текстилем нашим белорусским. Он качественный. Фабрики наши сохранились еще с тех времен. Они у нас под президентом, руководством. То есть они проверяются. Я доверяю этому качеству. Лето только наступило, но продавцы держат руку на пульсе покупательских предпочтений. Одежды и аксессуары на любой вкус. Многие и скидки немалые предлагают. Мы специально приезжаем в этот город, чтобы люди могли купить себе более доступные товары. Например, носки вот в других городах. Во многих мы работаем где-то, ну, пускай по 70 рублей. Здесь мы ставим оптовую цену, чтобы люди пришли, закупились. В продуктовых рядах тоже оживление. Здесь овощи и фрукты. Продавцы привозят буквально со всей страны самое лучшее. Мы из Тамбова. Наши домашние сейчас тамбовские идут огурцы, горох наш, лучок, огурцы узбекские идут, абрикосы, черешня, вишня. Помидоры дагестанские идут, Ростов идут, хорошие помидоры. Не разочаруют покупатели и другие продукты, например, сладости. Ольга Ижмаева всегда с радостью работает в Видном, говорит, покупатели отзывчивые. Азовская кондитерская фабрика достаточно известная. Халва, мармелад, рахат-лукум. Вы сами видели покупатели. Я здесь работаю уже 3 года будет в этом году, и ярмарку еще ни одну не прогуляла. С удовольствием в Видном работаю. Ну и главное, что можно встретить в этих торговых рядах – фермерские продукты прямо с местной фермы. Свое подворье находится в Ленинском городском округе. Мы фермеры, которые открыли на территории своего участка фермерское хозяйство. Все начиналось с того, что это был небольшой птичий двор, а сейчас у нас достаточно приличное хозяйство, которое может даже поконкурировать с некоторыми колхозами. Несмотря на рабочий день, посетителей на ярмарке хватает, а это о многом говорит. Приходите и вы. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.